Теремок ТВ представляет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оли в гости зовет. Оли, грузовичок, он всегда на помощь придет. Оли, грузовичок, нас с тобою Оли в гости зовет. Грузовичок Оли. День святого Валентина. С днем святого Валентина, Стэн. О, спасибо, Элис. А что это? Какая красивая фотография. Это было наше первое свидание. Посмотри на мои волосы и костюм. Хо-хо-хо, этот ужасный галстук. Стэн, но ведь сегодня на тебе тот же самый костюм и галстук. Правда? Ой, да, точно. Ну, не обращай внимания. А теперь я подарю тебе подарок. С днем святого Валентина! О, спасибо, Стэн. Садись, Элис. Тебя ждет праздничный сюрприз. Вот мы и приехали. Нофу, лучший ресторан в Бамптоне. О, да, для моей Элис только лучше. Ух ты, Стэн, как ты сумел забронировать здесь столик? Как я забронировал столик? Ты ведь забронировал столик, правда? О, ну, а я сейчас. Столик на двоих, пожалуйста. Простите, сэр, но у нас уже все занято. Ай-яй-яй. Не переживай, Стэн. Давай проедем по Бамптону и найдем ресторан со свободным столиком. Ох, это бесполезно, Олли. Сегодня день святого Валентина. Во всех ресторанах полно народу. Вот беда, вот беда. Ничего, Стэн. Давай просто поедем домой. Олли, ты нас отвезешь? Нет. Нет? Простите, но я очень занят. Мне пора. Увидимся дома. Вот беда, беда, беда. Я должен помочь Стэну сделать этот праздник незабываемым для Элис. Раз я не могу отвезти их в ресторан, значит, нужно привезти ресторан к ним. Жаль, что Олли нас бросил. На него не похоже, не помог. Не переживай, Стэн. О, что это? Кажется, это музыка. О, что это такое? О, ну, я... Здравствуйте, гости! Добро пожаловать в задний дворик! Самый изысканный ресторан в Бамптоне! Ваше имя? Стэн! Стэн? Стэн! Ах да, Стэн! Столик на двоих! Прошу за мной! Стэн, ты все это спланировал заранее! Вот это сюрприз! Но пройтись пришлось немало! Как ты все это организовал? Честно говоря, не знаю. Элис, Стэн хочет сказать... Праздник пора отмечать. О, Стэн, ты обо всем подумал. Как романтично. Ну, конечно, я... Ужин готов. А приготовил его наш шеф-повар Чарли. Бутерброды с мармеладом. Мои любимые. Спасибо тебе, Чарли. И тебе спасибо, Стэн. Это незабываемый вечер. Все для тебя, но, должен признаться, я бы не справился без помощи друзей. Спасибо, Олли. Не за что, Стэн. А теперь улыбайтесь.